привет! Меня зовут Маргарита, и я работаю в консорциуме ведущих вузов Китая China Campus Network. И сегодня мы поговорим о гуманитарном направлении. Ориентированность Китая на инновации и технологии не мешает получить здесь качественное образование в гуманитарной сфере. Китайские университеты могут как объединять в себе разнообразные направления, так и быть профильными. Особенно популярны здесь иностранные языки и право. Что касается выбора вузов, то сейчас я расскажу вам про несколько популярных гуманитарных университетов среди иностранных студентов. Пекинский университет иностранных языков – один из самых известных языковых вузов в Китае. По праву считается колыбелью дипломатов. Среди выпускников университета свыше 400 послов и 1000 советников. Несомненно, здесь важную роль играет и расположение университета. Он находится в городе Пекине. Звание «языковой университет» обязывает. Здесь преподают 67 иностранных языков, а также отечественную и зарубежную литературу, экономику и правоведение. По языкам и литературе университет занимает второе место в Китае, а также входит в топ-100 лучших вузов мира по преподаванию лингвистики. Шанхайский университет политики и права заслужил звание лучшего учебного заведения по подготовке будущих политиков. Ведь это профильный гуманитарный университет с уклоном в политику, право и бизнес. А благодаря своему очень ухоженному и живописному кампусу, он также известен в Шанхае как университет-сад. Здесь есть все, чтобы стать лучшими в своем деле. Аудитории с первоклассным оборудованием, зал судебных заседаний, зал по модели ООН, лаборатории по уголовному исследованию и много чего интересного. Хэлудзянский университет занимает 6-е место в Китае по иностранным языкам. Здесь есть собственные центры по сдаче экзамена HSK и деловому китайскому языку Business Chinese Test. Особенностью данного университета является его уникальное направление в магистратуре русско-китайского синхронного перевода. Нигде больше в Китае не готовят таких дипломированных синхронистов. Университет находится в городе Харбине. В связи с близостью к российской границе Хэлудзянский вуз стал экспертом в подготовке российских студентов, преимущественно обучая языку с нуля. Во многом благодаря богатому взаимодействию с российскими студентами администрация вуза совместно с нашим консорциумом организовали здесь один из центров предвузовской подготовки IFPCCN. Важно отметить, что два последних вуза, о которых я рассказывала, входят в список грантовых университетов China Campus Network. Это значит, что после успешного прохождения предвузовской подготовки вы сможете полностью или частично компенсировать стоимость обучения. Если вас заинтересовали наши университеты или вы хотите побольше узнать о стоимости, специальностях, условиях поступления, оставляйте ваши заявки по ссылке в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте больше вопросов. Ну а в следующем видео мы с вами поговорим. А я не скажу, о чем мы с вами поговорим. Смотрите наш блог и все узнаете.